Доброе утро, девочки мои. Смотрите, как у нас преобразился уже. Двор зеленый стал, потому что повылазили листья. Вот этот каштан внизу, у него прям большие листья, быстро очень вылазит. Полностью закрылись у меня почти полностью окна. И вот уже здесь, смотрите, сережки назревают на этом дереве. Листики уже. А на том тополе уже листики побольше. Тот тополь развивается как-то пораньше. Ой, птички чирикают хорошо, плюс 15 градусов. Но будет сегодня дождь и даже с грозой. Вот буду ждать, когда пойдет дождь с грозой. Ну, солнышко в эти дни у нас так толком и не порадовало. В общем, вот такая вот какая-то облачность непонятная. Без солнышка. Ну, что делать, что делать. Сейчас грозовые дожди пройдут. К Пасхе должны быть уже хорошие деньки уже такие, уже дождь закончится. Я смотрю, там вон листики пораспускались, цветочки пораспускались, но вот там во дворе через забор. Еще раз добренького утречка, девочки мои. Я, главное, сняла окошко и начала домашними делами заниматься. Я вообще на самом деле, честно говоря, уже вот последнее время даже не знаю, что... Снимать одно и то же не хочется. Ну вот я сегодня пропылесосила, порядок навела. Вчера поменяла постельное белье, постирала. Думаю, пока дожди не начались, надо белье поосушить. Вот. Ну, что-то мне вчера снимать не хотелось. Хотя я выходила вчера в магазин. Ну так прошлась, купила. Кстати говоря, захотелось мне вчера молоденькой картошки. И с рыбкой, там, селедочку или что-нибудь такое купить. Ну, далеко я не стала идти уже. Я видела на рынке там какую-то вот такую миленькую, молоденькую. Но я что-то не спросила, ни сколько стоит, ни откуда картошка. Зашла в ближайший вот этот ларек. Ну, там из молодой картошки только турецкая. Ну, в общем, я выбрала такую некрупную. Сварила я вчера ее, сделала там ее с укропчиком. Маслице такое с запахом подсолнечное налила. Чуть-чуть выдавила чесночка для аромата. Вот. Ну и рыбку, в общем-то, взяла. Вчера поела, сегодня еще доем. Как раз у меня на сегодня еще осталось. Вот. Ну а попозже надо будет что-нибудь приготовить уже на потом. Но пока что еще я в раздумьях. Еще не знаю, что приготовить. В общем, короче говоря, у меня дома чистота, порядок. В магазин вчера сходила, что нужно там. Особо ничего не накупала. Там по мелочи, что нужно, купила. И в магазин сегодня не надо идти. Но сегодня я жду грозу. Вообще обычно, знаете, как люблю грозу в начале мая. Я люблю такие кратковременные дожди, там с грозой. Раз там пошел дождь, потом солнышко. Ну, не знаю, как будет, так будет. Ну, в общем, такие вот люблю. Ну, не сильно, чтобы гроза была, но чтобы немножечко так было. Ну, по крайней мере, этот дождь, эти дожди, они сейчас у нас зарядят до выходных аж. Вот, должны быть, ну, не так холодно будет, по крайней мере, там где-то около 15 градусов днем. И спала я, кстати, сегодня с открытой форточкой. Но не замерзла ничего, нормально, прям хорошо так со свежим воздухом спала. Вот, так что, девчата, сейчас я включаю передачу, которую я люблю там посмотреть, такую, о событиях, что происходит, что новенького произошло и что еще. Ну, и позавтракаю. Ну, у меня сейчас, знаете, как-то получается утром я овсянку ем, как обычно, да, но я просыпаюсь очень рано, там в 6, бывает и в 4, и в 5, поэтому завтракаю я примерно там около 7, может быть, часов, уже как-то так хочется 7-8 часов позавтракать. Ну и потом где-то, наверное, в районе 11-12 часов у меня уже получается то ли обед, то ли второй завтрак, я не пойму. Но стараюсь я, в общем-то, поужинать где-то в районе 5 часов. И уже потом на вечер там творожочек скушать и все. Ну, в общем, стараюсь держаться, хотя иногда бывает хочется прямо чего-нибудь такого съесть, эдакого, знаете, типа жареной картошки, жареного мяса, чего-нибудь. Ну, иногда даю поблажку себе, но не часто, очень редко. Вот, сейчас пока телек посмотрю и посмотрим, что у нас там будет дальше с погодой и со всем остальным. Вот такой вот у меня сегодня обед, наверное, уже 12 час. Картошечку разогрела с укропчиком, с чесночком. И вот такая вот рыбка, скумбрия в маринаде. И салатик, помидорчики, редиска и зелень. Вышла я, девочки, прогуляться. Подышать свежим воздухом, пока не начался дождь, ливень. Смотрите, какая красота. Какая красота. Вот
Тут одно дерево такое белое-белое. Невеста прямо. Вот еще одно. Ну их, в общем-то, сейчас уже много. Ой, смотрите, как классно. Красота ведь, красота. Вот. Ну и, в общем-то, кругом уже белым-бело. Белые деревья. И сейчас пока что тепло. 20 градусов. Вот это что это? Не знаю. Но тут, короче, я смотрю, и черешня, и вишня, и все такое. А вот я смотрю, уже сирень, девочки. Смотрите. Уже сирень. Скоро уже она раскроется. Я думаю, как раз уже вот как только дожди пройдут, и уже пойдет сирень. Тюльпанчики растут. Видите, какие уже высокие кустики, высокая трава. И уже ее там на проспекте уже косят. Вчера я слышала, жужжали эти машинки газонокосильные. Ой, классно как. Я решила выйти прогуляться. Хорошо на улице. Думаю, пойду, пока сейчас не пошел. Я сейчас новости смотрела, а там и сильный ветер, говорят. И дождь, ливень с грозой, с градом. В общем, что-то такое сильное начнется, ужасное. Думаю, да, пока не началось, надо выйти да пройтись. Ой, а тут какие-то деревья, нет, какой-то кустарник с цветами. Сейчас покажу, красивый. Смотрите, какая красота. А что это такое за растение? Высокий забор. Из-за забора выглядывают такие цветочки красивые. Ну что, топаем дальше. Топаем дальше. Посмотрим одуванчики. Ой, а какой запах, какой запах. Не передать словами, девчата. Это вот перед дождем такой, знаете, приятный запах. Вот они. Ой, как много. Вот такая вот красота. А вот тут тоже вот такие невысокие деревца, молоденькие. А внизу вон тюльпанчики, тоже бутончики такие классные, красивые, здорово. Люблю вот так вот идти, идешь, смотришь, цветочки. На клумбочке цветочечки. И тут цветочечки. Это вот сажали люди. Приятно посмотреть. Ну, тут еще пока мало травочки, но скоро полезет. Полезет всякое, всякие полезут. Так, ну вот решила по аллеечке здесь пройтись пока, прогуляться. Я вот смотрю, видите, на этой клумбе высадили тюльпаны. Я между дорогой не пойду. Смотрите, какая красота. Не пойму. Вот, видно вам, да, красиво как. Вот они там высажены везде, периодически, с разными цветами. Ну вот, мы дошли как раз до интерната. И я хочу вам показать. Смотрите, вот порасцвели все деревья. Вот я пока не снимала, сколько? Несколько дней, да, наверное. И уже такие... Прям деревья, как невесты стоят. Ой, как их много-много. Здесь что-то шумно. Пойдем подальше. Тут что-то делают. Вот. И вот там... А, люди что-то с трубой делают. Они, видимо, ее чистят и будут красить трубу. Посмотрим пока по сторонам. Иду вот по этой зеленой такой вот тропиночке. Люблю по ней пройтись. Да, было бы тихо, если бы не было так шумно. Смотрите, какая красота. Какая красота. Такое количество рядом посаженных вот этих вот деревьев. Я вот люблю смотреть весной, когда они вот это белые. Я мимо иду, и прямо-прямо у меня душа радуется. Вот так вам покажу, чтобы вы тоже порадовались, как это красиво. И их там много-много.
очень много. В общем, я решила пройтись сюда до конечной. Сейчас перейду дорогу и пойду в обратном направлении. По той стороне, там моя любимая аллейка. Посмотрим, что там. Сейчас там должно быть очень сильно красиво. Я смотрю, тут свежескошенная трава, и она так пахнет, девочки. Вот люблю запах свежескошенной травы. И я смотрю, везде там по проспекту вот это клумбочки поподстригли. Прям такой приятный запах перед дождем. Еще запах свежескошенной травы. Это нечто, это нечто. Супер, супер-пупер. Так, идем скорее через дорогу. Прямо вот так вот. Прямо вот так вот и идем. Покупать я сегодня ничего не хочу, потому что мне ничего не надо пока. У меня пока что есть все, что нужно мне. Подстриженные кустарнички. Пройду здесь. Все так зелено, красиво. Вроде бы подстригли, да, мне так кажется. Или нет, или еще не стригли. Что-то где-то торчит. Но травка подстрижена, это так, это точно. Ой, все позеленело, все зазеленело. Ну а что там говорить, уже 1 мая на носу. В общем-то сейчас Пасха, и там еще чуть-чуть, и уже все, 1 мая. До 1 мая осталось, сколько осталось? Да, 2 недели, меньше 2 недель, совсем чуть-чуть. Уже можно будет раздеваться. В общем-то, что сказать? Сказать могу только то, что вот мы и дождались. Зима закончилась, весна уже перевалила за середину, за половину. И скоро лето, наше любимое. Вон они, желтенькие тюльпанчики. Так, ну я хочу пройтись вглубь вот этой своей аллейки любимой и посмотреть, что там. О, голуби. Кайфуют птички. И птичкам хорошо, и людям всем хорошо. Везде дуванчики уже повылазили. Я любила раньше из-за дуванчиков. Ой, смотрите, какая поляна из-за дуванчиков. Любила веночки плести еще в детстве. О, какая красота. Красота ведь. А вот там тюльпанчики. Ну-ка посмотрим. Красненькие, вон они растут. Мы идем дальше. Дальше должно быть много разных цветочков нам попасться. Я так думаю. Я так думаю. Тут люди отдыхают. На лавочке. Ой, я смотрю, некоторые одуванчики уже желтенькие свои кроны поспадали. Вон тюльпан такой красный один, прям красный. Поспадали, я смотрю, некоторые одуванчики уже такие же. У них стали, как они, воздушные вот эти вот корзиночки, которые сдох, и оно полетело. И я хочу посмотреть сейчас вот на ту клумбочку, где там мы с Настей останавливались. Там цветочки разные. Смотрите, тут разные растения посажены. Тюльпанчики уже раскрылись. Какие-то вот такие вот сиреневые цветочки маленькие. И нарциссики есть. Кошечка там гуляет. Ну и другие разные растения. А те, которые цветные, они куда-то уже подевались. А вот это какое-то растение такое симпатичное. В общем, разные цвета. Вот пиончик желтенький даже я вижу. Разные цвета, разные растения. Молодцы люди, вот которые вот так вот высаживают такую красоту у себя под окном. Любо-дорого смотреть. Смотрите, девочки, какие тюльпанчики растут красивые, розовенькие. Они вот с одной стороны дороги, и вот с другой стороны тоже. Симпатичные, их так много. В общем-то,
несмотря на то, что солнышка нету, я вот видите, такая вот у меня одна и другая кофточка. Ну, в общем, даже не как-то даже вот прям временами тепло. Но такой слабенький ветерочек дует. Я смотрю, там верба, которая росла, пообдирали, при том, что даже пообломали ветки. Но не буду показывать, что показывать. Так, никуда не хочу заходить, ни в какие места. Не покупать ничего не хочу. Вышла чисто вот так вот пройтись, прогуляться, просто воздухом подышать, кайфануть. И посмотреть на цветочки. Я смотрю, вот сейчас как раз пойду через дорогу, а там уже раскрылись тюльпаны белые, такие вот розовые, красивые. Надо прямо их сейчас снять. Во какие красивые, смотрите, там еще бутончики есть. И вот такие вот они как сиреневые, беленькие. Во какие высадили, прям красота. Вот этот цвет мне нравится, тюльпанов. Прям такой цвет притягивает. Это разве не красота? А? Ну вот и все. Я сделала вот такой вот круг, обернулась и иду домой. Ну сейчас пойду. Я вижу знакомая сидит на лавочке. Пойду немножко пообщаюсь, подышу воздухом и домой. Доброе утро, девочки. День следующий. На улице плюс 9. И, в общем-то, дождик шел вот с утра, и ночью шел, и будет он еще идти. Сейчас вроде бы приостановился на какое-то время дождик этот. О, ворона. Ну, окно даже открывать не хочу, потому что прохладно и на улице, и прохладно здесь у меня в комнате. А я с утра решила приготовить вот такой вот себе завтрак. Это я взяла замороженные овощи, там 8 овощей разных. Чуть-чуть туда еще полпомидорчика, у меня просто было, нужно было его сюда добавила, две сосиски добавила. Сейчас вот это обжарю, яйцом залью, и вот такой будет прекрасный у меня замечательный завтрак. Только собралась, девочки, попрощаться с вами. Я смотрю, на улице распогодилось, смотрите, облака уже появились, небо просветлело, солнышко вылезло. Посмотрим поближе Дон. Вот какая красота, какой пейзаж. Ну, на этом я с вами хочу попрощаться, чтобы не затягивать это видео, побыстрее вам смонтировать. Всем пока-пока. До новых встреч, девочки.